Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ, этот канал посвящен лучшим сериалам. Здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала под названием «Идентификация». Сюжет. Молоденькая девушка Лера работает на одном из рынков столицы. Она рассказывает окружающим, что является сиротой, а родители давно погибли. Мазьяни продает товар, который принадлежит семейству киргизов. Переселенцы пожалели Валерию и старались подарить ей тепло и заботу. Чтобы отблагодарить мусульман за доброту и оказанную помощь, она соглашается принять ислам. Влюбленная в младшего брата Амана, продавщица подвергается притязаниям со стороны старшего Бакира Байматова. Белокурая особа собирается выйти замуж за любимого парня, невзирая на угрозы жестокого работодателя, но во время свадьбы происходит преступление. В ресторане обнаруживают тело мертвого Бакира, в результате чего церемонию приходится прервать. Полиция забирает гостей в отделение, где опрашивает свидетелей и главную подозреваемую, которая последней видела жертву. Во время допроса, следователь Григорий Плахов узнает некоторые подробности из биографии обвиняемой. Ему удается найти родную мать осиротевшей Леры, что окончательно запутывает ситуацию. Адвокат Даниил Крамер пытается доказать ее невиновность, но чем дальше юрист углубляется в расследовании, тем больше осознает, что в ее жизни имеется много шокирующих тайн. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку, мы сразу же открываем второй канал на YouTube, канал уже проектируется, где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле, подписаться на канал, тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее.